Друзья, всем привет! Сегодня у нас охота на вяхере. Приехали на полянку. Я тут, когда на вышке сидел, на кабана мы охотились, приметил, что голубь летает. Вот. Доразведать места, где он сейчас кормится, не было времени, поэтому мы решили без разведки сразу же приехать на это же место. Ну а потом уже на последующих охотах постараемся найти уже места, где они кормятся. Сейчас, скажем так, экспромт. Димон, Олег и где-то у нас тут Бретон бегает. Бретон. Честно говоря, это у нас первая охота в Вологодской области. На вяхере охотиться будем с чучелами. 30 скорлупок у меня. А, вон Бретон. Слушай, у меня Димон где-то еще две штуки в машине. Есть скорлупки, надо тоже взять сейчас будет. Короче, пошли вперед. Уже начинаю жалеть, что не взял сапоги, потому что роса. Уже весь сырой. Я думаю, что вот в этой посадочке сейчас разместимся. В 30 метрах. Вот, чучело. Руки надо? Давай. Все, хватит. Ты нарубай тогда, а я папу буду вставлять. Совсем простенький у нас скородочек будет. Сейчас Олегу помогу ставить чучелки и все. Честно говоря, поставили как попало. Обычно там на ветер или еще как-то ориентируется. Мы просто кучей навалили и все. Главное, чтоб летали. Надеюсь, и кучка сработает. Сейчас пару штук на деревья повешаю. И зарядился Олег. Подавать патроны. В прошлый раз, да не видел видос того, чик, у меня патроны не сверли. Не знаю, козел, так вижу, на, держи. Иди, еще. Сейчас облет сделают. Наблюдаем. Первая наша вылазка по вяхерю потерпела фиаско. Димон уже ходил рябчика манить. Собака визжить не дает. Ему посвистеть нормально. Короче, без разведки на вяхере не ходите. Месяц назад, когда я тут был, видимо, кормовая база была. Сейчас поля все скосили. Конечно, птица туда сместилась. За все утро всего лишь одна птица пролетела и даже не отреагировала на чучела. Ну и рябчики вокруг свистели, но выстрел не пролетели. Так, друзья, посидели мы там, дождь начался, мы, короче, уехали, поехали домой. И тут нашли прямо на поле, я не знаю, несколько сотен точно стая летала. Скошенное поле. Димон, может, он туда, прямо на мысок? Да какой там, там их 500 летало. Они сели, наверное. Короче, вот здесь вот перешеечек такой вот. И они прямо вот на кустах везде, везде, везде сидят. Я думаю, сейчас вот тот вот мысок, который видно, мы прямо туда придем. Сколько ли это? Около 7 утра уже, да? Без 10. Без 10-7. Конечно, поздно, но лучше так, чем никак. Поэтому мы сейчас быстренько собираемся, туда бежим. На скорую руку делаем скородок, раскидываем чучалки. И получается, днем будем охотиться. А что тут было посеяно? А слушай, горох вроде и был. С овсом. Нет, зерно. Нет, горох, вот он. Да. Нашли, видимо. Ну, не видимо, горохового поля. Они тут и тусуются. Голубь очень любит горох, поэтому... Шансы есть, хотя вот сейчас вся птица улетела, я ее вообще не вижу, но стая летала очень большая. 2 часа ожидания, и уже все расстроились, что нихера нет. Мяли все ноги сырые, потому что трава высокая сырая. И тут вдруг уже, когда
грустно ехали домой. Забрезжила надежда на успешную охоту. Даже маскировки никакой не надо. Вон какая высокая полынь растет. Мы просто встанем сюда, вон, под куст туда, к крапиве. А сюда вот чучелочки все эти, скорлупки раскидаем. И головой, носом на ветер ставь туда вот. Не-не. О, отлично. Так, носом на ветер. Оставили тут такое небольшое пятно на посадку. Такой, как буквой В. Ну, насколько хватило чучела. 32 штуки у нас. Решили все на куст встать. Давайте на куст. Прям вот так вот. Ой, крапива высокая. Прям здесь займем. Видишь, сзади кусты. Угу. Мы тут и травем. Походили. Вон, смотри, вообще садиться не надо. Сейчас ждем, когда они на круг зайдут, на ветер. Они как гуси тоже самое заходят. Будьте внимательны. А слушай, вот на выстрелы летят, нет? Разворачиваются, садятся. Погоди, тогда ждем. Димон, разворачивайся. На нас налетает, приготовься, Дима. Погоди, погоди. Ждем, ждем, ждем. Ждем вот этих самых низких, вот они. Приготовьтесь. Хер ты в него попадешь. Короче, первый налет все смазали, не ожидали. Давай сейчас поближе запускать. Димка без команды начал стрелять, не выдержал. Все, запись идет. Пускай снимает. Первый! Давай, Бретона! Бретона давай! Молодец! Бретона давай! Где? Давай! Подай, 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 подай! А, он живой, я думаю, что она его треплет. А он просто живой. Угу. Молодец, вытащила. Вытащила. Первый вяхер на вологодской земле. С чучелами. Полесник. С чучелом полесника. Чучелом. Давай чучелом место. Чего раздербанил? Не сильно, кстати. Ага. Так, присядь. Голубь. Угу. Угу. Подай. Давай, 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 давай. Ищи, ищи, ищи. Давай, 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 давай. Ай, ай. Молодец, молодец. Молодец. Подай, подай. Моня, подай. Подай. Все, все, все. Молодец, молодец. О, на нас идут. С левой стороны. Большая стая. Вот, вот, куда я вот ствол держу, вот здесь вот выйдут сейчас. Ага. Нормально, даже можно. Ага, вижу, вижу.
без охоты на что-нибудь. Если будет удобно, стреляем. Только запускайте чуть, блядь, высоко. О, один низко летит, Олег, вот ты его одиночку сейчас. Ниже, ниже, ниже. Вообще сейчас прямо над головой вылетит тебе. Блять, пропускаем. Да нахуй пропускать, они уж нас спалили, блядь. Да какая мы разница, спалили, Олег, мы стая, ну, кричу же, пропускаем, ё-мо, у нас же коллективная охота. Блин. Это как на гуся, ну иногда надо пропустить. Ты пятерка и пять ёбал? Нет, семерка. Далеко для семерки. Вдвоем-то в него. Кто-то второй попал, кто второй стрелял. Там он вместе отдупил. Нет, он со второго стал падать, потом посмотришь по записи. Снайпер, Херов. Берет он. Где он вот этот? Давай, иди, надо было засекать, куда упал. Ищи. Пускай, пускай ищет. Сейчас найдет по запаху. Опа. Дай. Дай. Куда понесла? Мони. Подай. 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 Молодец. Все. Дай, подай, говорю. Пока не раскрепится. Все, возьми, возьми, возьми сам. Дай сюда. Подай, говорю. Но она подать не подаст. А? Возьми сам и корма дай. Подай. Подай. Возьми, возьми. Молодец. Все. Молодец. Перья, ты вытащи прям рукой перья. Молодец. Все. Ну, меня первого своего вяхеря завалил. Может, Димон. Неважно. Вони, все. Что говорю? Что, и голову оторвал? Ну вот. Пусть сбили третьего вяхеря. На утках, конечно, собака себя ведет более послушно здесь. Вроде бы схватила, принесла, а потом берет и начинает играть. Ну, надеюсь, со временем научится с этим справляться. Пока все складывается очень даже неплохо. Но если бы мы с утра сюда пришли, я думаю, было бы намного лучше. А так, по ветру они все вот на нас налетают сюда. Вот они, наши чучелочки тут стоят. Заходят, приготовьтесь. Да, это получается от нашего скоротка так метров 40, наверное. О, семерочка. Смотри, прям горох нес куда-то. Дима, не торопись только. Охренеть, они палят. Да меня, скорее всего, я тут почти открыто стоял. Так. Так, я нашел. Пускай высоко.
Так, друзья, был шикарный налет. Взяли 3 штук. Один вот ко мне под ноги, второй на поле. И у Димона один. После этого сейчас еще налет. И у Олега упал. То есть нам надо сейчас 4 штуки собрать. И, наверное, после этого мы будем охоту заканчивать, потому что решили один хорошенький налет. И тут с налета сразу 3 упало. Олег убил 4-го, еще надо поискать. Что они тут жрут? Вот они сейчас. Все, друзья, закончилась наша охота. Удалось нам добыть 9 вяхерей. Одного не нашли, 10-го. Или, не знаю, собачка-то еще у нас такая и поиграть любит. Еще, может, она нашла, да куда оттащила, не заметили. Все, там исползали. Короче, итог такой. 9 вяхерей. Скорлупа отработала она отлично. Патроны стреляли хорошо. 7-ой мы били. Вот. Так что всем спасибо за внимание и надеюсь до новых встреч.